Никто не погиб и, к счастью, серьезно не травмирован. Спасатели вытащили из огня 4 человек, которые накануне находились в гостинице на улице 80-й гвардейской дивизии 2А. Там случился пожар, о причинах возгорания пока не сообщается. Чтобы его ликвидировать, потребовалось более 80 человек и 27 единиц техники. Местные жители, которые стали свидетелями ЧП, говорят, что несколько часов весь микрорайон был в дыму, стоял едкий запах гари. Общая площадь пострадавшего в огне 300 квадратных метров.